Добрый день, уважаемые зрители, гости канала. Кто не подписан на канал, пожалуйста, подпишитесь на канал ТВ Маэстро. Поставьте лайк, нажмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий, добавления видео или иных новостей на канале. Ну и сегодня я вот выбрался на Савеловский вокзал. К нам приехал подписчик Капс ТВ. Сейчас он в гостях у Аслана и Бульбаша, и я направляюсь туда. Значит, сейчас новость маленькая. Сейчас мне звонила мама, значит, Ольги с Новослободски. Ольги рыбалку. Вроде как они ее нашли, ну, мертвую или живую, мне не сказали. Ну и вообще мне не особо верится, что ее нашли. Просто как бы, может быть, люди хотят ответственность как-то какую-то с себя снять. Поэтому так говорят. Не знаю. Ну, не буду лезть в личное, в личную жизнь, в отличие от других каналов. Вот. Значит, узнаю какую-то информацию более подробную, обязательно сообщу. А ты ей не пользуешься, да? Вот. Ну и вот он наш знаменитый уже Савеловский вокзал на весь мир. По ребятам сегодня вот выделил время, пробегусь, посмотрю, кто чем дышит, как у кого со здоровьем и так далее. Вот и брат пишет Алексей Ольгин, то, что да, нашли, но не говорят, жива-мертва, живую-мертвую ли нашли, неизвестно. Сейчас пообщаемся мы с Бульбашом по поводу, почему он не едет домой, не хочет ехать домой. Значит, человек один готов помочь. Но если там надо будет добавить, и я как бы включусь в эту программу отправки Бульбаша домой. Не знаю, почему он не едет. Просматривайте видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Хорошего просмотра, хорошего настроения. В Москве сегодня не очень тепло. Я в капюшоне, в теплой курточке. Идем, короче, в гости к Аслану и Бульбашу. Посмотрим, чем занимаются ребята. Клоун. Картошечка с Белоруссии. Другого не было, все обошли. Хлеб. А это на Хэллоуин готовишься, да? Ну да, ёпта. Арбуз. Это же самое. Ночной горшок. Каску делают для бумшек. Для бумшек. О, кстати, блин, надо к нему сходить. Не знаешь, где он сейчас? На этом самом. На рынке? Да. Ну, можно, да, браток? Ты же вроде это устроился куда-то на работу. Пацаны, ботинки, шмотки, молодцы. Земляки, да? Да, земляки, да. Лично для меня. Покормили. Че это? Ну, это все это. Флешечку вот мне братское сердце подогнал с программками. Скоро будете вы мне заставки писать. Да, научусь вот. Компьютер пока есть у меня. Не, Саш, я методом тыка, я ее скачал. Там ключ есть, бахнул.
Ну, конечно, там платные все эти приколы, там 200 рублей комплект стоит. Или дальше стало? 300. Если работать с этим, то 200 умножай на 2, грубо говоря, да? Угу. Вот попить я не взял этот адреналин. Не, я уже на неделю его не пью. А так вот пепси мы купили. Опять дождик. Ребята, вот картошку купили, костер. Печеная картошечка. Сегодня на обед. Бомжик на рынке. Зарабатывает бабло. Я моложе их, ёпта, в два раза. Извини. Ну а там хлебушек у них лежит, да? А где бомжик-то, блин? На рынке. В кадр хотел попасть. А то вроде как вернулся, а еще ни у кого нету его. Он на последней платформе, но хуй его утром собирался в эту самую. На эту. На рынок. На работу. Типа на работу пошел. Ну, да, он там где-то мусор убирает, где-то так дадут что-то. Да. Ну что-то типа как-то так. Че, Аслан, как ты? Ребята, ладно, спасибо за... Я даже боюсь третью камеру включать. Ребята, спасибо за все. Один бульба останется. Столько тебя снимать. Че, эти, кто говорил, за тобой приедут, не алло, да? Нет, вообще ни о чем. Даже то, что говорили, даже заткнулись и не звонят нам. Мне звонит один подписчик или звонит, как правильно. Это. Он готов купить тебе билет туда. Но как его купить? Как? Он говорит, я денег не дам. Вот. Что там, Блаблакар, я подхожу, бабки плачу, садим его в машину, пусть едет. Это реально, я тебе прям честно говорю. Хоть завтра. Это не вопрос. Не, я пока покурю, дайте себя прийти. Вот и сейчас и пишет. А синий ты что? А. На следующий рейс. Что? Синий? Да. Ну вроде сейчас не пьет в данный период. Вроде нормально. Бензин написала какая-то баба. Что говорит, ваши белорусы едут на эту самую. Вот я говорю, билет куплю. Но. Я, говорит, билет куплю. Там снимается. Да, сейчас. И назад. Сейчас, секунду. Но я, говорит, блядь, билет куплю. И это самое. Посажу на маршрутку и на маршрутке. Угу. Ну, там можно. Да. Ну там тоже паспорт нужен. На маршрутку? На автобус, на маршрутку, по-моему, да. На автобус надо, а на маршрутку не надо. Не надо? Нет. Они какими-то своими путями, что ли? А, не знаю. Да. Они ездили, я знаю, со мной работали белорусы, они ездили в этот, когда вот локдаун этот был. Границы были закрыты, все равно это. Пробирались, да, там какими-то козьими тропками. Я слышал, рубили что-то. По лесам. Да, да. Полями, лесами. Ваше здоровье, ребята. Да, это... Пауэрбанк? 2,5 килограмма. У него в натуре, ты видел его? Вот и ты, блядь. Да, передай, пожалуйста. Да, ты мне тогда зарядил, дал, ты помнишь? Ага. Блядь, я потом 2 дня не зарядил. Подожди. Хорош, это ёжику спасибо. Классная штука. Ёжик подогрел. Не навсегда, но попользуюсь пока. Да он сам сломал. Ну, пьяный где-то бутялся. Кого? Планы? Планы я хочу, пока время выбрал. До Ксюхи доеду на Новослободск. Ой, я с тобой, ладно? Ага. Ты надолго здесь? Ну, посижу минут 20, полчасика пообщаюсь. Можно я присяду? Просто я вот у Саньки хотел спросить. Санек. Там вот просто люди спрашивают, может быть ты не хочешь там по каким-то причинам ехать туда домой? Какие или... причины? Все там нормально у тебя? Блядь, у меня там вообще охуительно все. Ну.
Мне причина одна. Скоро зима, здоровье пиздец. Причина одна. Причина одна. Этого отведем за ручку домой. Как вот. В пионерском лагере. За ручку, вот. За ножки, блядь. И жопу с ногой, нахуй. Да. До сестры тут 15 минут идти. Задом 15 минут. Мы сегодня разговаривали. Это правильно, да. Бульбе пятак нужен, а Аслану 50 рублей до дома. Да зачем мне 50 рублей? 50 рублей на охоту крепкую. Да, банку. Банку. На охот на гибель. Вот эти зеленые, это от кашля. Не перепутай. Ёбни их парочку и часа два-три каждый. Они слабенькие, но они потихоньку всю хуйню выводят. Они хоть и дешевые, но я пью только их. У нас, короче, училище. Ребята. Доктор был. Приходим, говорю, бля. Парацетамол, не боли. Или ты что, вот куда это хотел? Вот эти все сопли, кашки. Я говорю, голова, бля, болит, пиздец. А со мной друг, ну-ка, шамыч хотели. Спасибо, вот это вот, да. Человека, бля, отец, наш отец, подписчик, отец. Он моложе тебя, ёпт. Полностью таблетка. Вот для поддержания соплей, блядь. А тот подходит, говорит, живот, бля, болит. Достает какую-то таблетку, все, большую купил. Такую, блядь. Сигареты, пополам хрень, ломает. Тебе вот это головы, тебе от живота, только не перепутайте. Ага. Чего ты, мать? Следующий раз приедем. Либо садись сюда, либо садись чуть назад. Там колбаса. Там съемки. Саня за косигара сегодня. Ты что за труба? Редми. Ты установил? Санек, а? Что сегодня на ужин у нас? На ужин? Да. Что, картошки сюда? Будет картошка печеная. Там сардельки есть. Картошку, да, взяли. О, колбаска. Там был, который был, там последнюю бутылку забрали уже там. Так, ботинки ношу, не продал на Авито. Смотри, вот, блядь. Ёжику спасибо большое. Чего там у тебя? Куртки одинаковые у вас, да? Коламбия. Хуямбу, блядь, его. А, это. Нет. Бля, братишка, если ты меня слушаешь, подписчик, который лично в Москве, который ты у меня телефон спиздил, я тебе когда-нибудь где-нибудь встречу, братишка. Это так дело не делает. А сейчас какой-то хреновый, да? У тебя камера что-то не очень. Телефон-то это хуйня. Ты просто просил, чтобы фильм включил. А Бульба пошел с танкалет. А когда я встал, Бульба пришел, мне будил. Где малой? А тебе и здесь не было. А я... Телефон-то это хуй с ним. А деньги-то где? И деньги еще? Чего куда говорит? Еще деньги кинул его все данные. Он пошел, блядь, бутылку водки и пачку сигарет и там купить. И итогу, бля, концами нету. На этом в комментах читал, Аслан, кто-то приглашал в Калугу, блядь, да? Садись сюда, либо, блядь, назад, блядь, садись. В Калугу, да? Там съемку, блядь, еще. Да видно тут нормально. Не мешает. Не, мне-то не видно. Ты как будто из клуба какого-то вернулся. Из Соха, ёпта, вывалился. Хую, да, блин. Че там, ошпарился? Ну, смолянул вдруг. В Калугу приглашали на работу тоже, не алё, да? Бля, все врёт. В Ижевск приглашали, в Калугу, в Смоленск. И
все тишина. Ижевск, хороший нет, город. Казань, блядь, Татары, блядь. Самуленский это не на работу. Ну, он сказал... Делать нехуй, там нету денег. Он говорит, работу найду и это самое, ну, дом сниму. Ну, бля, Не, в Смоленске. Мы, блядь, тебе до Белоруссии, блядь, дешевле доехать, чем до Смоленска добраться. Одинаково. Так мне, я вот, смотри, у меня дом в деревне, да, есть, отцовский, да. Я выхожу с дома, вот так вот смотрю, ну, как в Димитровке. Все, я уже на Смоленске. Сош перешел, и все, вот как за Димитровки. 2 километра, ну. 2.5, может. У нас металлисты постоянно ездят. Ну, а что у нас граница там, это самое? Границы нет. Столбы просто стоят и все. А это, блядь, для понтов. Ну, как для понтов? Сейчас уже, блядь, это самое. А сейчас я слышал, где единый государство. Вот когда был коронавирус этот, тогда перекрыли пограничники, там хуихники, российские, белорусские пограничники. А сейчас... У нас там уже все, даже ни маски не надо, ну, раньше без масок вообще в магазин не зайдешь. Все, у нас масочный режим давно сняли. Арбуз от души. Уже сутки хаваем, да есть не можем. Я представляю, как он будет, он там 10. Блядь, да. Мытая картошечка. Ну я так среднюю убирал. Я крупную наоборот отложил. Заебись. Твою мать, блядь. У меня квартира в Москве меньше, чем у вас. Комнатку сдадите. Не знаю, что такое. Не знаю. Там смотри их сколько комнат. Ну да. До конца платформы. Мне, блядь, на фитнес сюда, на неделю. Ну, извини, пожалуйста. Зачетную тебя, блядь, это самое. Не хватает этой крокодилей кожи, блядь. Как эти называются? Казаки они как? Туфельки, блядь. Это да. Колеса у тебя, да. В группе Скорпионс или Металлика. Казаки повыше. Да, да, да. Ну, и, ну, а эти чоперы, чоперы. Вот. Цепочки, хлебочки. Тебя, блядь, какой байк посадить. На этом. В самокате, блядь, на городском, нахуй. Сегодня да. Трое пролетели, я только... Первый. В первом столбе, нахуй, висели мои мозги, нахуй. Сапоги, ёпта. А как уебался туда? Чё, КПД? А по обуви, чё, размер какие? 41. Маленькие все, да. Это 37-й. Да, блядь, на каблуке 18 сантиметров. Тут просто захаживал один, блядь. Кадр. Босиком домой ушел? Не. Сумку кинул. Это зимняя, блядь. Не, ну понятно, блядь. Но. Сумку кинул, это блядь. Это еще из тех времен там на МКЖа нормальная. Уж отменно. Да, видно. Но. Видите, блядь, цыгане сюда, блядь, обычно. Не, спасибо. Заруливают. Я что-то приболел немножко. Нету аппетита. Долбану. Парцетамол. Да я выпил там какие-то, дали мне колеса. Алтин, я анальгин привез. Нафтизин вот есть новый. Да, спасибо. Да ну бросьте. Санька, поедешь домой или зимовать будешь? Домой, блядь. По-любому домой. Да? Ну давай, давай я прям конкретно занимаюсь этим вопросом. Делай красиво, брат. Подписчик готов, говорит, я оплачу дорогу, только чтобы он поехал. Не просто, блядь, дать и пропить их там или куда-то потратить. Не-не-не. Сел вот там, блядь, тормозок, блядь, купил что-нибудь нахуй, да. Дорогу. И все, упиздил.
Асланчика этот хоть домой пойдет, проводим за руку, отведем, как в первый класс. Ребята, ему надо справка, чтобы утерял паспорт. Это он там уже сделает. Да, он там уже, блядь, сделает. А ты без этого ушел? А? Без ничего? На Блаблакаре, на чем-нибудь. На Блаблакаре, да похуй туда. Мне это не надо. Это и там Юля что-то мудрила, хитрила, что-то там, блядь, хуй поймешь. Где, блядь, бутылка твоя, нахуй? О! Ой, совок. Провода. Давно не было. Давно уже не было. Не, провода целые. Ну, на работе как? Да на работе провода так. Провода целые, пока черного нету. Криво. Как долматинец, сука, ёпчет сильно. Мне тоже, бля, борода седает. Вся башка седает, вся. Чё там, Санька? Картошка у нас. Ай, костерок, тепло, картошечка печется. Ляпота. Чистотел он у них от болячек. Вот чистотел растет. Чистотел это или что? Нет, это не чистотел. Нет, это не чистотел, нихера. Это какая-то херня. Ну вообще где-то я видел здесь чистотел. Что человек, блядь, обещал их на суде? Вот, перешлю. Вот, Сань. А. Я вот. Разобрался? Написал? Вот. Да, номер карты, да. Номер карты, номер телефон. Да. Открыт доступ? Открытый доступ, да. Открытый доступ. Ну, у тебя нажат. Ой. Да. Вот это. Не для детей. Да. И поднял, да? Они да. Там пока разъебываются. Давай-ка зачисли. По 50. Да, да сейчас пойдем. Может это повезет. Встретим Сашку. Скажем, да, чтоб сюда зашел. Какого Сашку-то? Бомжика. Пират, что ли? Угу. Это, он и на Новослободку съездил. Чтобы он сюда зашел. А, у него нет телефона? Нет? Я сегодня принесу. Мы ему скажем, что здесь три топора его ждут, он сам зайдет. Ну да. Я сегодня сколько деньги давал? 400? Вчера 400. Бег окуклился уже, да? Да они окукленные были. 200. Я их разбудил, Саш. 200 дал, 200 скинул на карту, потом, когда он уходил, 1100 ему дал, 500 дал. Бомжику? Да. И утром он сегодня пришел. Тебе надо, Санька, ехать, чтобы перед зимой хоть там чуть-чуть мосты навести какие. Нет, так это понятно. До зимы успеть. Месяц-полтора у тебя. Шесть лет, нахуй, отработал участника, да? И, бля, нормально деньги зарабатывал, бля, все. Ребята, кем? Все в сборы. На это самое. Любач. Стройка? Не, лес. Нихуя. Пилорама? 6 лет лес валил. А, пилорама. Лес привозят, привозной. Угу. Ну, на месте режут, нахуй, там. Чушки я отбросил. Огромный. Ну. Там люди рубят нахуй, там хуют, и палеты сложу. Потом приезжают куры, и пошла Бельгия, Хуельгия, Франция, лес ушел, короче. Товарооборот. Да. Ну, нахуй я сюда, бля, поехал вообще? Да, поеду, блядь. Номер тебе на руке наколем мой. Хоть позвонишь, что, блядь, доехал. На лбу лучше наколи, чтобы зеркало смотрело, сразу видел, нахуй. Старый прикол. Давай за твои голые пятки, блядь, чтобы мы их смотрели из России в бинокль. Да. Ребята, спасибо за лайков. Смотрите, на ТВ Маэстро сегодня ролик будет. А ролик-то во сколько будет? Не знаю, часов 7 вечера поставлю. Зачем?
67. Подпишитесь и поставьте себе колокольчик. Да, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Да, и сразу проходите. Да. Что, есть там зрители тут? Блять, такое впечатление, что ползет кто-то. Скажи, там рядом кнопочка есть такая, прям вообще волшебная. Спонсировать называется. И мои колокола. За то, что заходите, пишите комментарии, за то, что лайкосики. Я с твоим спонсорством, это вообще прикол. Санек у нас похудел. Денег на карте нету, а мы с ребенком, ну, короче, в пути, с дачи возвращаемся домой. И я жене говорю, просто 250 рублей. Там карту, блядь. На дорогу. Она бросила. Я в кассу, а у вас денег нет. А 250 бросил. Смотрим, что у нас приходит. Гугл, блядь. Зеленый значок. Че тебе? Давай помогу. Охуеть, ёпта. Лет на 15 подержал, ёпта. Ножичек подержи, да? Подержи ножичек. Тебе точно надо, блядь, какое-то свое кулинарное шоу вести, блядь, на канале YouTube где-нибудь. Бульба и бульба. Да, бульба, блядь, и бульба... вареная картошка, блядь. Картошка, да. Бульба варит бульбу. Бульба пасе бульбу. Ну, чопер у тебя за чопер. Холодно, капец, блин. Здесь нормально. Я не знаю, я подпростыл еще со вчерашнего дня. Таблетки херач. Парацетамол, ебаный. Я прям каждый утро. Да мне там какие-то сильные мне купили. Прям подожди, зашумник. Тихо, не уяби меня, блин. У сердца. Осторожней. Бульба пошел за бульбой. Картины у них тут новые появились. Задолбали, говорит, граффити ребята ходят ночью. От бульбы. Саня тоже этот. Осечи тоже привет. Приветствуем, брат. Ну, наверное, не приготовил, Саш. Сейчас зайду к тебе на эфир, посмотрю. Не открывай ничего, не лезь. Нахуй я открываю водки. Ну, пока доехали, где он там должен был остановиться, у меня ноги, пиздец, отмерзли вообще, блядь. Я выхожу, как на двух этих поленах, люди в окна смотрят, останавливаются на МКАДе, нахуй, бля, прикинь. Ну, людей пиздец пол автобуса. Я, бля, вылажу с багажника, они смотрят. Да ну нахуй. Ну это я так думаю, блядь. Я обхожу, сажу. Не, иду сразу в конец. Знаю, что сеструха там. Ну, он говорит, садись здесь. Я говорю, хорошо, вопросов нету. Сажусь впереди, телевизор. Все, поехали. Ну, ему-то оплачено, нахуй. Поехали. Ебашим. Рука сама подходит, сидит какой-то хуило сбоку. Ну, я говорю, брат, говорю, вон там, говорю, место свободное, говорю, иди, говорю, пересядь туда, тебе разница, на какой стороне сидеть, на правой, на левой. Ну а что такое? Ну вот сестра, говорю, бля, подошла там, говорю, бля, по чарке выпить. А, по чарке? Не вопрос. Бутылку коньяка достает. Ёб твою мать. Давай, говорю, нахуй. Присели, хахнули бутылку коньяка, бутылку водки уебали. А теперь, говорю, иди пить. Ты когда-нибудь зайдешь до Беларуси? Не, все, Сань, я конкретно, я прям это, вечером тебе напишу, Аслан, что нашел я или не нашел машину. Все, созвонюсь с подписчиком, когда он сможет подъехать, чтобы, ну, чтобы все звезды сошлись на небе. Кто-то, блядь, пиздец, сейчас еще неделька, им, блядь, морозы ебут. Кстати, ребята,
кто-то с баб написал. Чтобы я скоро приеду на следующий рейс, что заберу. Ребята, если что, так, номер чистый. Телефон-то есть. Да номер телефона через меня можно, через тебя связаться, это никаких вопросов нету. Или так, маэстро позвоните, или братку позвоните, или мне можете позвонить, чтобы вы с уважом прямо эфиру, чтобы вы поговорили, чтобы никакого, чтобы это самое не было. Мало ли, чтобы люди, чтобы там сомневаются там, и так далее. Ну да, у кого-то там, типа деньги кинули там и так далее. Я всегда говорю, ребята, что тот, который кидает эти деньги, скажите, кому, для кого что-то делает. Да, что купить надо. Да, что купить, что или надо. Что-то делать. А мне не надо, вот потому что скинули деньги, потому что питать. Чем там? Сон приснился. Так, ну давайте, закусывайте, похмеляйтесь, пойдем мы, может повезет, бомжиков встретим. Давай еще одну. Давай, накатывай. На ход ноги. Давай. Аслан, нету таких людей, которые сомневаются там в чем-то там, которые присылают. Ну, каждое свое мнение, понимаешь, брат? Да нет, я понимаю одно, знаешь, пусть милостыня, как говорится, который подает, человек подающий, пусть она у него в руке запотеет для начала, пусть он подумает, прежде чем давать. Это если он грех сделал какой-то? Нет. Знаешь, это, ну вот... Дал, забыл. Да, дал и забыл, правильно, Саня сказал, молодец. Да, он правильно. Я же, блядь... Ну, прислал донат тебе, да? Да, если даешь долг, объявляю, это в долг. Я там сижу и жду, блядь, пока ты мне спасибо скажешь. Ну. Я его просто отдал и забыл. Дал и все. Так что пусть у вас, ребята, запотеют милостыни в руке. Да. Прежде чем вы подадите ничего. Как говорится, безвозмездно. То есть даром. Кушал. Так что, Санька, готовься, да. Аслан тоже готовься. Отправим по-любому. Дали. Самое главное, дали и забыли. Да, человека поддержал, блядь. Ёб твою мать. Дайте и забудьте. Не, ну если ты, блядь. Все, быть добру. Так, между делом тут. Такое вот простенькое. Из головы кровати. И чехольчик на липучке. На ящик. И ручечка для подъема механизма. Ничего особенного, но работа. Перетяжка. Диван. Обычная книжка, ну, механизм я имею в виду, книжка, ну, дизайн такой вот необычный, полуофисный, такой вот диванчик, уже готов, готов к отправке. Единственное, вот я им говорю, швеи на домнице шьют. И разнотон. Видите? Темная ткань, светлая ткань, темная ткань, светлая ткань. Вот это разнотон. Ну, как бы вроде по дизайну совпадает. Но однажды они встрянут перед клиентом. Я уже говорил, раз 5-10. Ну, дойдет. Тогда, когда будет возврат. А возврат, чтобы заменить эту деталь, надо разобрать весь диван. Понимаете, да? Встревают на перевозку, встревают на работу мастера. И сзади. Ну, сзади, ладно, не видно, но все равно разнотон. Не должно такого быть. Не по ворсу выкроена ткань.